самом центре Севастополя, на площади Нахимова, есть аллея славы городов-героев. Она была открыта 8 мая 2005 года к 60-летию Великой Победы и 61-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Состоит она из 13 стел, выполненных в виде противотанковых заграждений, что создает образ неприступной обороны. На каждой расположена надпись с названием города-героя, которому она посвящена, и барельеф медали «Золотая звезда» – символ боевой награды. Также у подножья каждого памятного знака были заложены капсулы с землей городов-героев, а рядом высажены голубые ели. История создания этого памятного места началась в 1945 году, ведь именно тогда был издан приказ Верховного Главнокомандующего о присвоении городам почетного ранга героя. Одними из первых такое звание получили Ленинград, Волгоград, Севастополь и Одесса, затем Киев, Брестская крепость, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск. Долгие годы Севастополь оставался последним городом, где не был построен мемориальный комплекс. Инициатива его создания принадлежала участникам местных военных организаций. В 2003 году они подали заявление на одобрение проекта. Архитектором был назначен Владимир Иванович Лопоногов. Чтобы получить поддержку и финансирование от городских организаций, он около 2 лет собирал необходимые документы. И в 2005 году, всего за несколько месяцев, благодаря строителям Черноморского флота, был создан мемориал. Это место – особая дань уважения жителям нашей страны, героям всех лет, что проявили невероятное упорство, стойкость и мужество на пути к Великой Победе.